Ой, Лера, хозяйка, кто это такой? Что это за существо? Я подобных никогда еще не встречала. Конечно, до определенного момента я даже подумать не могла, что существуют такие же существа, как и я. Ну, то есть кошки и коты. Я-то думала, что я единственная и неповторимая в своем роде. Однажды во дворе я увидела кошку трехцветную и сразу ее прогнала, потому что я не понимала, что она тут делает и почему она так на меня похожа. Но это существо не похоже ни на меня, ни на нее, ни даже на серого кота, который тут рядом живет. Оно непонятно вообще на кого похоже. Хозяйка, ну объясни мне, я не понимаю. И стоит ли мне вообще опасаться таких животных? Опасны ли они для таких, как я? Или они безобидны? Очень интересно, очень-очень интересно.